find the one, you should never give her up. I think it's the way life changes. Всем hello. Алина и Даша, привет. Потому что только мы будем это смотреть. Кто знает, кто знает. Сегодня мы поиграем в игру. Вы, наверное, заметили по историям. Кто из вас называется? У нас есть таблички. С одной стороны написано Алина, с другой стороны написано Даша. Есть подготовленные вами вопросы, нами тоже, которые мы будем задавать. И смысл игры узнать друг друга получше спустя 6 лет. Много-много. Кто из вас больше матерится? Ну, я считаю, что так. Я тоже считаю, что так. Потому что это так. Так и есть на самом деле. Тут не надо аргументировать. Да надо, от этого нужно избавляться, блядь. У меня больше всего дебильных вопросов. Так вот, первый вопрос. Кто из вас не умрет от коронавируса? Да. Тоже так думаю. Потому что Даша сидит дома, и мама не пускает на улицу. Да. А мне мама выгоняет из дома. И поэтому сейчас мы на улице. Вот. Не, ну, Даша больше шансов. Хорошо, давай дальше. Кто из вас ответственный? Ответственнее, я думаю. У меня есть тоже такой вопрос. Кто из вас более ответственный? Сложный вопрос, как по мне, но я, наверное, тоже так сделаю. Вот. Ну, я потому что, например... Если бы мы поехали в другой город, ну, кроме Ирпеня, хорошо, я бы, наверное, я меньше отвечала за важные принятия решений, чем Алина. Вот. Соглашусь, в принципе, пусть будет так. Хорошо. Такой абстрактный вопрос. Кто из вас умнее? Ну, бля. Пусть будет, допустим, в ну, плане, как минимум, Даша в плане учебы. Хорошо учится, она умная, она молодец. А кто из вас вспыльчивее? Однозначно. Без комментариев, мне кажется. Просто потому, что это так. Потому что Даша вспыльчивее. Ну, пусть будет. Кто из вас не желает отношений? Ну, по-моему, тут даже ничего рассказывать. Кто из вас больше пьет? Пожалуйста. Почему? Ты чаще гуляешь, чем я, и чаще пьешь. Я пью очень редко. Ладно, хорошо. Хорошо, пусть будет так. Кто из вас дольше спит? Сейчас, да. Потому что даже не надо. На лекции онлайн. Долбанное занятие, которое... У меня занятие часов 5-7 вечера. Так, думаю, ну получше, конечно. Кто из вас был влюблён? Я могу и так ответить. Не, ну в принципе, да. Так и так. Я не знаю, что выбрать. Ну пусть будет так. Будет справедливо. Хорошо. Кто из вас за всю жизнь больше выпил алкоголя? Ложь и провокация. Нет. Нет, за всю жизнь ты больше... Я в этом году летом вообще не пила. А так... Хорошо. В душе... Будем восстанавливать пропущенные. Кто из вас в душе еврей? Это очень сложный вопрос, потому что я не знаю. Да? У меня брата. А, да, 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 однозначно. Тут я бы даже не думала. Ну, тут такой вопрос. Кто из вас больше работал в медиде? Тут можно так спросить. Кто из вас дольше работал, и кто из вас больше работал в медиде? Ну, дольше я. Ну, ладно. А больше... Ну, и логично, что и больше в плане... Ну, все, больше работал Али. Кто из вас меньше тратит деньги, то есть более экономный? Да, у меня тоже есть такой вопрос. Не знаю. Я айфон купила. А, тогда нет, тогда вот это. Я особо не знаю, я не трачу себе деньги. Но я могу кофе выйти, пойти попить, а Даша не пьет кофе, поэтому... Ну да, я меньше трачу, меньше кофе. Кто из вас больше...
больше чувствуют ответственность за друг друга. Что ты считаешь? Кто из вас более открытый, ну, в плане более общительный, легче знакомиться? Раньше так было, а сейчас я не уверена. Ну, я думаю, ну, пусть так. Будет так, да. И раньше, ну, раньше 100% так раньше, было, да. А сейчас, ну, все равно больше. Кто из вас лучше знает английский? Ну, что-то хорошо. Сдавала там ЗНУ, типа там. 11-я гимназия, говно. Так что. Да. Кто из вас больше отдает или принимает? Хорошо, кто больше отдает в плане отношений? Другому? А потом кто, да, принимает? Отношения. Да. Вот так. Это что? Нет. Тогда логично второе. Кто из вас серьезнее? Ну, серьезнее. Ну, смотря когда. Иногда, иногда, не, ну, иногда бывает. Вот так вот. Иногда, да, иногда прям. Так. Ну, вас, ну, типа, не знаю. Ну, вот хорошо. Ну, вот пусть так. Будет так. А, кто из вас сейчас влюблен? Я не знаю, как отвечать на этот вопрос. Наверное, никто. Да, я тоже так. Никто. Что можно так поставить. Вот так. Потому что никто. Мы вот. Совсем это, конечно, я бы другое. И у меня не совсем это, если честно. Я бы другое выбрала. Ну, что имеем, ну это хотя бы вкусно. Золотая середина. А, кто из вас кушал черешню с червяком осознанно? Нанита. Лучшие вопросы. Черешню с червяком осознанно. Не знаю. Потому что я тоже не ела. Ну, типа, дебилка. Я знаю. Давайте еще устроим голосование, у кого прочие таблички. У Даши, мне больше нравится. Нет, а мне нравятся твои. Да, мне реально нравятся больше твои. Кто не простит измену? Смотри, какой период времени вообще жизни, но пусть будет вот так, потому что я, ну, не уверена. Ну, наверное, да. Я бы еще подумала. Кто из вас верит в Бога? Тут вообще, да, вообще очень просто надо. Вообще. Самый простой вопрос. Да. Кто сможет съесть 100 грамм васаби без воды и закуски? Васаби? Я думаю, я так делала. А кто из вас нуждается в психологической помощи? Ну, тут я считаю, что вот так прям можно крутить и вертеть, если я честно. Но, в принципе, ну, тебе тоже. По, последним событиям, да. Можно сказать, вот так. Кто из вас больше ест? Я не знаю. Потому что Даша не ест. Да я ем. Потому что я тебе не говорю, что я сейчас ела, не значит, что я не ем. Я просто не готовлю, не умею готовить. Если бы я умела готовить, я бы все тоже готовила. Я начала... Пироги, блядь, и... Я потому что мне хотелось что-то вкусное поделать. Если бы я умела, я бы тоже делала. Ну вот так. Вообще бы... Кто любит меня больше всего? Кто любит меня больше всего? Алена. Ну, наверное, ты. Потому что вы больше общаетесь, да. Я люблю Алену. Она просто на мой ближе, да, знаете. Кто из вас упертый? Это как веришь в Бога. Да. Такой же вопрос. Кто из вас хоть будет пессимист? Да. Согласна. Ну,
я бывает иногда, но, да, не, но не так часто. Да, да. Но не так часто. Всю жизнь. Кто из вас больше парится по поводу Инстаграма? Не, вообще там говно. Говне, а у Даши модно, всё прекрасно. Нет, я просто больше типа, она парится стараюсь. И заморачивается, у нее все красиво, да. А потом захожу на каких-то дебилов, которых там миллиард лайков. Говно. Говно такое. Может быть, вам порекомендовать. Кто из вас любит кислую еду? Ну, смотря что, но если про вину, тогда вот так. А если про еду, ну, тогда вот так. Про еду я люблю. Я люблю только кислые яблоки. Ну, я тоже люблю, но и сладкие тоже. Вот я именно так кислые, прям больше. Кто из вас кушал козявки? Я не знаю, блядь, как отвечать на этот вопрос. Блин, может, дед. 17 минут, отлично, пока нормально, идем. Готовка или кто? Я не буду отвечать. Я не знаю, потому что я не знаю. Я, конечно, люблю. Пока самый тупой вопрос. Следующий вопрос от Леси. Кто шутит по-черному? Тут очень легко. Как верят в Бога? Кто из вас первый прыгнет в куст на желание? Это не проблематично, но просто, ну, в принципе, вот так. Кто из вас больше любит мак? Ну, пускай, что я прям жить без него не могу, но иногда. Я обожаю мак. А кто из вас больше путешествует? Было дело. Мы не боимся. Кто из вас имеет больше вредных привычек? На данный момент сложно сказать, но пусть будет вот так. Ну нет, у меня появилось намного больше полезных. Кто старше по опыту? Не знаю, в чем. По опыту. Просто кто старше. Кто из вас больше дебильчик? Ненавижу больше коровок. Пипец. Дебильчик — это Катя. Это точно я. У кого было больше парней? Изи вообще. Ну, пусть так, Юрий. Просто в кто из вас более любвеобилен? Любвеобилен в плане? Любвеобилен в плане? В плане любви. В плане питания. Ну, ладно. Ой, хорошо. Пусть будет так. Кто спортивный? Пару лет назад я бы сказала наоборот. Даже просто занимается спортом регулярно, нет? Нет. Надо избавляться от своих вредных привычек. И еще жрать, и заниматься спортом. Ну, можно отлично. Нет, ну я тоже занимаюсь спортом иногда. Ну вот сейчас, когда начинается теплая погода... Пока не было этого сраного коронавируса. Да, я тоже была спортивная, но просто в плане спортзала Даша мой личный тренер. Что это такое? Еще я сиделка, а я ведущая. Я ну вы ничего, звоните. А кто из вас больше зависит от мнения окружающих? Это сложный вопрос. У меня тоже есть такое где-то. Ну, зависит, я думаю, вот так вот. Ну, типа, да? Равнодушнее вот так. Ладно. А кто из вас умеет водить машину? Не, я вообще, я могла бы научиться уже давно, просто не хочу учиться ни с Лёшей, ни с папой, потому что это будет психи, нервы, да. Блядь, тупая, не понимаешь, надо снять с ручника сначала. Ну, типа такая фигня. Кто трудолюбивее? Вообще, я, конечно, иногда вот так, но в основном, да. Но я просто... Чего это касается? Вот опыта последнего, который вот сейчас карантин, я заметила, что только даже не между нами, а вообще между всеми людьми что-то делаю только я. Нет, я тоже что-то делаю. Я готова. Убираю, оказывается, в квартире, как оказывается. Я учусь.
почему-то миролюбивее Даша. Больше чаще обижается. Ну, потому что, наверное, меня больше беспокоит. Как там был вопрос? Больше отдает в отношениях. Вот, вот так вот. Ответил на этот вопрос. Сучка. А кто из вас задрот? Следующий вопрос вот здесь. Нет, сейчас, у меня тут еще есть. Кто из вас задрот? Но я думаю, типа, не в плане игр, потому что ну, типа, мы я не сейчас играем скачала в игры, сейчас но это тоже, вообще не то. Я не играю вообще в игры. Наверное, типа, в плане втыкать в телефон. Ну, там, тогда вообще вот так. Если втыкать в телефон, то я считаю, ну, да, что вот так. Я тоже так думаю, что большую часть времени провожу в телефоне, в компьютере, потому что сериалы... сообщения, да, истории, вот Инстаграм, вот так, Ютуб. Здравствуйте, с вами Влад А4, и сегодня мы будем пробовать молодую и старую картошку. Кто из вас чаще сидит на диете? Ну, не чаще, я просто я сижу давно. На правильном питании. Я тоже на правильном питании сижу. Но Даша уже не ест, поэтому вот так. Кто более пошлый? Это никак не проявляется, просто это, наверное, просто логично. Просто мы это знаем. Кто из вас раньше пробовал алкоголь? Одновременно. Мы вместе попробовали алкоголь. А, ну, да, вместе. Кто больше строит планы на будущее? Ну, это сложный вопрос, но, наверное, вот так. Ну, я тоже думаю, вообще ничего в голове нет. Никуда я поступаю, ни в какой город, ни в какой универ, ничего. Как получится, так и будет. Так и будет, да. Чем проще, тем лучше. Кто из вас лучше поет? Да никто не поет из нас. Ну, хорошо, ну типа только потому, что я хоть что-то играю на гитаре, и типа к этому как-то... А я пела. Ну, я тоже пела в биотизе на сцене. Ну, в биотизе все пели. А, однозначно. Кто более привередливый в плане еды? В плане переборчивый, наверное, да, я много чего не ем, но не только потому, что это вредно. Типа, не входит в мое питание, просто я не люблю. Можно по приколу сказать, реже опаздывает. Тоже реже опаздывает, так как верит в Бога, просто так. Просто. Кто может нахамить незнакомому человеку? Ну нет, я не могу нахамить, я просто могу... Технические неполадки. Минус миллиард денег из кошелька. Вопрос был, кто может нахамить незнакомому человеку. Хорошо. Я не нахамлю, я просто могу, наверное... Заслуженно ответить. Заслуженно ответить или дать понять, что человек не прав. Что я так считаю. Кто из вас чаще заморачивается по пустякам? Кто из вас больше домосед? Ну, у меня просто не так много предложений, чтобы сходить. Возможности, ладно, предложений нет. Нет. Возможности тоже. Кто из вас более резкие высказывания? Наверное, на конкретно. Вообще легко. Легко. Кто из вас хуже переносит боль? Это сложно, просто потому что я не знаю. Физическую или... Ну, пусть... Давай так, физическую боль. Тяжелее. Хуже? Ну, хуже, ну, типа, я думаю, тяжелее. Наверное, ну, физическую... Ну, пусть будет. Да, я не знаю просто. Но я могу много перетерпеть. А морально? Я не знаю, типа, потому что всем тяжело нынче в этом. Не знаю, момент. Наверное. Ну, пусть будет так. У кого из вас больше страха? Даша, походу, вообще ничего не боится.
Нет, я боюсь высоты и глубины. Ну ладно, я найду. Экстрима, наверное. Тогда вот так. У меня меньше страха. Да нет, ну это все то же самое. Кто из вас чаще меняет прически? Это легко. В смысле? Даша постригла себе волосы. Вот, это называется чаще менять прически. Нет, я всегда, я имела в виду, что всегда хожу с одной прической. У меня всегда распущенные волосы, ну я их выравниваю. Сейчас нет, потому что карантин, и я решила. Да ладно, их, тогда вот так. Ну вот. Хорошо. Явно. Кто из вас чаще подскальзывается зимой? Ну, это теория вероятности. Математика. По математике. Кто из вас сильнее подвержен действию алкоголя? Ну сейчас вот так? А вообще, я считаю, что вот так. Это на меня вообще почти не влияет. Мне надо выпить столько, чтобы на меня это повлияло. Для тебя выпить немножко, и на тебя уже повлияет. У тебя я себя чувствую неважно. Кто из вас... Ну, хуже относится к курению. Тут тоже, в принципе, не сложно. Хуже относится к курению. О, кто готов пойти на преступление? Бля, не знаю. Я тоже не знаю. Смотря ради чего, ну, наверное, вот так, да. Я думаю, да. А кто из вас карьерист? Я не знаю, это сложно. Да, но, типа, я бы сказала, что обе. Я не могу на это ответить, потому что мы учимся. Кто чаще ходит на свидание? Я никогда не была на свидании. Я тоже, но... Anyway, я считаю, что если мы через пару лет сыграем в эту же игру, то на такой вопрос я бы ответила вот так. Теория вероятности. Ну, скорее всего, вот так. Это интуиция уже. А, жует свои ручки или карандаши? Я не только что жую, но всякое бывает. Ну, так. Всякое в жизни бывает, так что ладно. Смотрит мультики. Смотрю мультики, смотрю только сериалы, не фильмы, я только смотрю сериалы. Может свернуть язык? Что? Ты можешь свернуть язык? Как? Не знаю, ну Даша как-то свернула, так что вот, Даша. Я думаю, трубочку себе тут можно. Нет, не буду даже пробовать. Не можешь свернуть в трубочку язык? Первый раз вижу реально человека, который не может свернуть в трубочку язык. Больше целовался. Чаще не ночевал дома. А где я ночевала? Честно говоря, я думаю, что это супер легкие вопросы, но моя мама, когда я показывала, она во многих, ну, типа, ответила неправильно, что меня, в принципе, удивило, типа, моя мама ответила неправильно. Я не буду пока говорить. У меня выбор между двумя. А давай ты отвернешься, я покажу между какими двумя. А потом... Ты покажешь, между какими двумя ты бы выбирала больше всего. Ну, ух ты, ну хорошо. Ну ты посмеешься тоже. Ну вот это, естественно. Ну, наверное, все-таки вот это. Все равно, наверное, вот это. На данный момент что из этого я бы выбрала? Прям вот сейчас. Вот на данный момент. Ну, это, естественно, это все равно. Нет, на данный момент. Нет. Все будем пикать. Что, банан? Да. Потому что я все готова с бананом. Ты любишь, ты очень любишь яблоки. Больше всего любишь яблоки. Притащила с собой ты грейпфрут. Это апельсин вообще не видно. Срать, это цитрусовое. И, блядь, хочет она банан. Любимая книжка. Я все из этого читала, и все из этого я очень люблю. «Мальчик в полосатой пижаме», Дейл Карнеги, «Пятая волна» и «Продавец воздуха». Я знаю из этих четырех книжек только две. Читала я только одну. Я читала «Мальчика в полосатой пижаме». «Пятая волна», я думаю, что это прикольно, но не вау. «Продавец воздуха». Я даже не знаю. Для меня, наверное, даже если бы я это все прочитала, не говорю на 100%, для меня бы все равно был «Мальчик в полосатой пижаме», потому, наверное, он. А что, Карнеги? Да. Все
Но я думала между двумя этими. Не, ну ты почему, да. Не знаю, на самом деле, я все мультики люблю. Ну пусть будет, какой из них. А, у меня есть похожий очень сложный вопрос, который я сама не могу определиться. Вот именно насчет. А это что, как называется? Это Мишки Гамми, Утиные истории, Чудеса на виражах и Ну погоди. Сейчас я даже не знаю, что это. Да. Это тоже не очень смотрела. Было детство вообще, капец. Я жила в интернате. Ну, погоди. Чудеса на виражах. Мой любимый спорт. Кайтбординг, вейкбординг, велосипед и сноубординг. Что из этого я люблю больше всего? Я бы выбирала между двух. Чем ты не занимаешься? Между вейком и сноубордингом. Да, да. Но не знаю, блин, это такая сезонная штука. Но типа, что мне, я считаю, ближе по душе. Ну пусть будет твой паркборд. Ну, снова. А, ну и что из этого я бы выбрала? Я тебе показывала костюм красный. Это белые джинсы, это спортивный костюм, это платье. Ну вообще это свадебное платье, то есть свадебное платье, но это юбка. Юбка и кофта или как-то юбка? Как будет юбка и кофта, не так просто юбка. Да. Я между этими двумя. Где-то месяца два, наверное, назад я бы ответила вот это. Точно, вот вообще. Сейчас не знаю. Юбка или белые джинсы? Наверное, юбка. Да. Что из этого я считаю самая привлекательная часть тела у женщин, по моему мнению? Это попа красивая, кстати, у меня. Грудь тоже красивая, ножки. Ноги. Тут не знаешь, что-то из этого? Нет. Нет, ничего не знаю. Я тоже. Прям не могу. А что из этого я считаю, что типа, ну это мой самый... Не знаю, важный предмет в моей комнате, самый любимый. Это типа, что? Картина? Это картина, диван, в котором я сплю, пуховое одеяло и доска, на которой особенно что мои медведи и фотки. Важно, без чего ты не сможешь прожить, или что для тебя... Ну, не знаю, для меня вот самый... Ценное. Ценное будет. Ценное, любимое, самое дорогое мне. Самое вообще не знаю. Но доска. Нет. Пуховое одеяло. Одеяло. Ему уже, ему больше лет, чем мне. Ну, типа, есть то, которое нормальное, человеческое, а есть такое маленькое, но еще моей мамы. И я не могла без него уснуть раньше вообще. Моя любимая соцсеть. Давай так, без чего ты не сможешь прожить. Потому что, ну, если бы мне такое задавали, я бы по-разному ответила. Давай. Чего не... Хорошо, без чего я не смогу прожить? Твое мнение не поменялось сейчас. Ну, наверное, нет. Ну, как бы. Конечно, сложный вопрос. Я, ну, кроме ТикТока, я все эти три соцсети прям обожаю. Но, ну, это так просто прикол, ТикТок. Но вот одна, которая моя самая, не знаю. Без нее ты не сможешь прожить. Наверное, да. Инста или телена? Ну, блин, по опыту, потому как для меня важен Инстаграм и пролистать ленту всю, просмотреть все новости, все лайки, все, все истории, все истории, всю ленту я смотрю всегда, то тогда телега. Ну, наверное, все-таки Инстаграм. Ну, последнее, ну, конечно, черно-белое, но это тебе. А что ты хочешь, свою любимую фотографию? Нет, это тебе просто. А, просто мне? Да. А давай заговорим любимую фотографию. Давай. Ну, типа, тут не супер классные фотографии, это было так очень так. А, ну, вот это любимая. Не, я вот это люблю. Ну, это тоже любимая. Первая группа, которую я слушала, это Настя Каменских «Потап», «Ранетки», «Нервы» или «Нозим Си». Очень сложно, потому что я знаю, что слушала «Нервы», знаю, что слушала «Нозим Си». Самая первая группа, которую я... Я просто не знаю, что появилось мне раньше, «Ранетки» или «Потап и Настя». Я знаю, что появилось раньше. «Потап и Настя». Да. А что я люблю больше всего из фастфуда? Суши, роллы.
шаурма, Макдональдс или пицца, это именно 54 сыра. Ну, типа, ты говорила, что очень любишь мак. Шаурма, вообще считаю, что это лучшая еда на этой планете. Пицца 4 сыра, это кошерно. Но суши, да. Если бы, ну вот даже... Кого на... бы лучшее выбрала вообще? Я бы все дебильное выбирала. Ну, я дебильное. Например, вот на выпускной, чтобы я, если бы одно нужно было что-то выбрать, чтобы я накрасила. Ну, так как ты красишь иногда, видимо, брови, может быть, когда-то красила, то, наверное, брови, но я бы, скорее всего, ответила тени. Но, наверное, брови. Или это стрелки? Стрелки. Хорошо, брови, губы, не обязательно такой цвет, любой цвет. Что бы я хотела? Блонд, кератин, карабины. Это очень сложно. Хэтфу, изи. Ну, типа, не нет. То чтобы изи, кератин тоже просто так. Я бы выбирала тут из четверых. Нет, из трех вариантов. Карабин. Я не буду тебе говорить. Блонд, кератиновое затемнение. Сосвисься под каре или отращивать волосы. Сейчас я обрезала волосы, потому что они посечены. И они очень попалены из-за того, что я их не утомляю. Вот. На данный момент чего бы я хотела больше всего? Но тут не сильно корректный вопрос, потому что я не прям бы так хотела. Не так, как на картинке. Я бы хотела поступиться коротко, но не каре, а вот по-прежнему. Ну все, каре. Какую профессию я бы действительно хотела? В сфере педагогика, психология, компьютеры, что-то творческое, дизайн, что-то графика. Но выбора не везет-то нам всем, так что мы все компьютеры. Моя любимая песня. Это «Молодость» Кифес. Мое море, ну, я знаю, Arctic Monkeys 505, Стрыкало, все решено. Либо «Молодость» Кифес, либо Arctic Monkeys 505. Arctic Monkeys 505, да. Это прям самая легендарная песня в моей жизни, которую я могу слушать всегда. Кифеса. Я все эти песни, кроме «Стрыкало», обожаю всем сердцем, прям реально. Но «Стрыкало» — это такое под настроение, под наркоманское настроение. На чей концерт из этих людей четверых я хочу больше всего? Есть два человека, на которых концерт я хочу очень сильно, но есть один исполнитель, на чей бы я хотела больше из этих двух. Тима Белорусских, Макс Корж, Тифест и Скриптонит. Ну, я бы сходила на Скриптонита. На Тифеста и на Коржа. На Тима Белорусских я бы не пошла. Но, скорее всего, я думаю, что ты бы пошла на Тифеста. Нет, я бы выбрала Коржа. Нет, вообще офигенно. Я смотрю, да? По вечерам, вот перед сном, чтобы уснуть, я смотрю в инсте съемки с концертов. Только Тифеста и только Макса Коржа. И это настолько круто. У него тоже офигенное шоу всегда, как у Коржа. Я не знаю, почему. Я когда делала это, я почему-то подумала, что я выберу... Любимая песня именно Noize MC. Это самая первая песня, из-за которой я узнала Noize MC, называется Monkey Business. Вторая песня — это «На Марсе классно». Вторая песня, ну, третья песня — это «Плюс-минус ноль». И четвертая — это «Мое море». Ну, моя любимая — «Плюс-минус ноль». Не, «Мое море», кстати. А твоя, наверное, «На Марсе». Да, «На Марсе классно». За кем из этих блогеров я слежу сейчас больше всего? Дима Ермур. Подожди. Первое — это два человека. 79. Это Настя Ларкичева и Марина Басистая. Спасибо вторая... вам за это видео. Да, это гениальное. Вы 100% это увидите. Второй претендент — это Дима Ермузевич. Зайка, солнышко. Вообще, какая собачка мягкая. Зачем ты опять собак любишь? Ну, офигенно, возьми. Ну, иди сюда уже, ладно. Не сюда. Видно. Собак, так все, давайте заберу. Будешь жить с нами. Петя.
Даша постоянно зовет собак. Нет, я не звала. Дима Ермузевич, Саша Шапик и Настя Ивлеева. Настя Ивлеева самая офигенная из них, на мое мнение, но Даша больше всего сидит за Дима Ермузевич. На данный момент нет. За этими подругами, это, значит. Эти подруги, да. Но Дима Ермурзевич ей нравится. Да. А, нет, я обожаю этих всех очень сильно. Всех. Но Дима Ермурзевич отвечает, потому что вот так. Какое хобби, типа, если бы у меня было больше свободного времени, я бы хотела, ну, чем бы я бы хотела заниматься? Да, очень сложно. Танцами, писать стихи, песни, рисование и музыка. Музыка в любом формате. Угу. Я выбираю музыку, но я понимаю, что я занималась танцами, в принципе, возможно, ей это тоже нравится. Я занималась рисованием. И Даша хорошо рисует, так что ей тоже, наверное, это нравится. Стихи это, ну, своеобразно, ну пусть будет так. А, но я выбираю музыку. Да, музыка. Потому что гитара, потому что музыка, потому что музыка. У меня это как-то произошло. Тем более она поет, мы помним. В каком-то возрасте резко произошло. Я никогда, я все детство ненавидела там типа людей, которые с херали-то решили заниматься там на фортепиано. Типа это такой дебилизм для меня был, на всяких там, ну, что там еще есть. Та же гитара, скрипка, это все. Сейчас я считаю, что это, наоборот, очень круто. Да, я бы хотела круто. На чем-то играть. Сюда, ну, можно все-таки достать тоже. Гитару и все-таки еще раз с новыми силами в третий раз попытаться научиться. Я научилась. Да, куда, в какой город я бы хотела поехать? Берлин, Барселона, Париж или Прага? Я выбираю между Берлином и Барселоной. Наверное, я хочу сказать Берлин очень сильно, но скажу Барселону. Да. Ну, я даже, честно, ничего из этого, кроме Барселоны, не рассматриваю как вариант. Я была в Праге, там не очень. Сам... Париж, да, что-то. Да, не, ну там в Париже есть что посмотреть, но по отзывам. Ну, а вот Барселона, да. Париж по отзывам говно. Берлин, мы так поедем на Барселону. Барселона. В Берлин намного легче, да, чем в Барселоне. Что сделаю, я выберу? Картинка. Такой вопрос, но я знаю, что ты сразу ответишь. Да, картинка первая. Село, город, горы, море. Все, я поняла. Ну, первое, это совсем так. Это не то, что я хотела показать. Не село. Ну, за городом. В плане за городом, да. Что там за городом? Что-то. Тут просто некрасивая картинка. Уй, некрасивая. Уй, некрасивая. Это скорее не море, это именно океан. И это именно путешествие по городу. Это очень сложно, потому что все из этого класса, включая, ну, не всего, а за городом, загородная жизнь. Ну, типа, я знаю, что я бы выбрала. Ты, конечно, тоже ощутила, что это очень классно уже. Но, наверное, ну и путешествие тоже очень классно. Ладно, пусть будет океан. Хули ты ушла в другую степь. Интересно стало. Так, я не знаю, типа я бы засчитала правильным ответ и за город, и за горы. Но ты выбрала вообще другое, поэтому неправильно. Не засчитаю. Типа я думала, ты будешь эти два варианта рассчитывать и все. Ну, типа, море, я не купаюсь никогда в море. Ну так это же океан, посмотреть на океан. Посмотреть, ну... Ну типа всякие Лос-Анджелесы, всякие эти модные чувихи, инстаграмные фотки. Не знаю, нет, я бы выбрала. Ну вообще горы, конечно. Конечно, горы. Сколько парней я считаю, что у меня было типа полноценных, можно сказать, отношений. 0, 1, 2, 3. Отношений прямо. Ну, просто то, что я знаю, я бы насчитала... Ну это не отношения. Но это, ну типа, может, мы больше, ну так, что мне первое пришло в голову, это 3. Но, не, наверное, полноценных отношений 0, если честно. Потому что это все херня вообще тупорылая, да, а не отношения, 0. Поэтому 0. Ну вообще, да, 0, я считаю. Но типа из этих цифр, наверное, я бы выбрала 2. Ну 2. Двенадцать, 13, 14, 15 лет. Сейчас мне будет самой точно либо 12, либо 13. Я знаю, когда 13, но было же еще, что я не знаю, так что 12. Значит, 12.
что бы я выбрала? Типа, не работать, а вот когда фотографировать или быть моделью? Ну, типа, да, конечно же, fashion model, но фотографировать. Кого из этих исполнителей я ненавижу больше всего? Инстасам. Ну хотя тут как бы... Камалиновай. Тошнотина редкостная. Моргенштерн. Моргенштерн, Инстасамка и Винник. Я ненавижу их всех. Ну да, Инстасамка. Да. Что я люблю больше всего из кино? Комедия, мелодрама, триллер, боевик. Что же это? Я бы хотела ответить с комедией, но отвечу. Говно какое-то смотрит, на самом деле, пусть не мелодрамы какие-то обоссанные. Ну, пусть будет триллер. Нет, мелодрама. Мелодрама. Когда я делала этот вопрос, ответ был другим. И сейчас ответ тот, который сказала Алина. Но он тоже неправильный. Вообще, в принципе. Вообще, хочу не весить. Хочу весить, как пушинка. 30 килограмм хочу. Да? Нет, 30 килограммов. Ну, 49, потому что самое минимальное. Ну, хорошо, что здесь пусть есть. Будет 49. Какой цвет из этих четырех я бы выбрала? Первый светло-серый, персиковый, бежевый или хаки? Хаки. Нет. Раньше, полгода назад, я бы выбрала хаки. Ну, сейчас я бы выбрала еще там. На каком отряде мне понравилось работать больше всего? 5, 4, 3, 8. Хорошо, на 5-м, типа, я помню, вы мне говорили, это наши самые идеальные дети, для нас это самые идеальные, но 4-й отряд, там, с Викой все было очень классно, тоже все круто, 8-й. Ну, я отвечу третий. Ну, вообще 4-й. Ну, я считаю, что это, типа, середина золотая. Что из этого правда? Я не умею шевелить ушами, я не умею прыгать в скалы, не умею плавать и не умею плавать. Вроде не так. Ладно. На скакалке умею я. Детский сон. Сейчас по-любому, как чтобы я шевелить ушами, пусть дальше дыхи делаю колесо. Я не умею плавать. Марина, она даже не тонула. Так там воды-то не было, не заплатили. А, ладно, да, все это. Я говорила, что мы не умеем плавать. Кто из этих четырех блогеров, кажется, ты можешь не знать, самый привлекательный для меня? Это Женя. Шейдлин. Это... Что я пью чаще всего? Ром, текила, вино, шампанское. Ты любишь больше всего шампанское? Ну, как бы текила. Шампанское. Я знаю, правильно ли это, но сейчас взяли неправильно. Такое ощущение, не знаю. Она любит шампанское, пусть будет текила. Не, ну горы и горы. Наверное, океан. Хорошо, теперь что я чаще всего заказываю в кафе? Апероль. Секс на пляже, голубая лагуна, апероль или вино? Апероль. Нет, апероль я люблю из этого больше всего, но заказываю голубую лагуну. Что? Я чаще всего заказываю голубую лагуну. А что я? Что я в себе не вижу больше всего? Эмоциональность. Первое, противная эмоциональность. Второе, вес. Третий – рост, и четвертый – волосы. Волосы – это что, живёт так, что не умерла? Похудеть-то уже хочешь? Я же не сказала, что она умерла. Потому что эмоциональность всем мешает. Потому
что даже если ты видишь что-то другое, это все ложь. Но я не люблю в себе это все непонятно. Больше всего не понимаю. Ну, или вес, ладно, это не понимаю. Нет, больше вес. Больше вес, чем у этого салата, слава, вообще я бы не волновалась. Для меня это самый большой дискомфорт приносит в жизни. Но эмоциональность в смысле там вспыльчивость, резкость в высказываниях, бездумные действия, слова, поступки. Все так. Ну, ведьмы, да, у нас был свой язык, это вообще серьезно. Все. Спасибо. Я сижу. Спасибо. До свидания.